Фильм «Джон Уик 2» — это сиквел культового экшен-фильма 2014 года, который продолжает историю бывшего наемного убийцы Джона Уика. Во второй части Джон вынужден вернуться в мир преступности, чтобы расправиться с новыми врагами. Фильм начинается с того, что Джон пытается оставить свое прошлое и находится в мире, где люди не знают его прошлой жизни. Но когда итальянский босс Сантора заставляет его выполнить одно последнее задание, Джон вынужден вернуться в преступный мир. После выполнения задания Сантора нарушает договоренность и нацелен на убийство Джона. Джон становится целью для всех наемников в Нью-Йорке, включая своих бывших коллег. Для того, чтобы остаться в живых, Джон должен обратиться к таинственной организации «Континенталь», которая поможет ему выжить и защитить свою жизнь. Однако, помощь «Континенталь» имеет свою цену, и Джон сталкивается с новыми проблемами и испытаниями. Он должен найти способ выбраться из ловушки, в которую его поставили, и найти способ отомстить Сантора. Фильм «Джон Уик 2» продолжает традиции своего предшественника, представляя зрителю захватывающую боевую сценографию и невероятные трюки. Киану Ривз отлично справляется с ролью Джона Уика, и зрители смогут насладиться сюжетом, который пошел еще дальше, чем в первой части.